Всем привет! Если что-то случилось у вас с теплым полом электрическим или с терморегулятором, вы можете обратиться в сервисный центр или к продавцу, где покупали теплый пол. Но при этом вы должны предоставить чек или счет на продукцию, которую покупали. Также гарантийный талон заполненный. Обязательно должна быть заполнена вот такая вот раскладка, как уложен у вас теплый пол. Также фотография входного щита, для чего он нужен. В инструкции, в гарантийном талоне прописано, что все теплые полы электрические должны подключаться через УЗО, также через автомат. Ну, в данный момент, покажу, в любом теплом поле вы найдете такую колоночку. Также в данный момент в Украине идут перепады по напряжению, идет условие, чтобы было реле напряжения. Это вы все передаете, и тогда уже сервисный центр или продавец уже занимается вашим вопросом. И обязательно, конечно, фото входного щита. Всем удачи, правильно делайте монтаж и читайте инструкции для теплых полов. Всем пока.